25 июня в пресс-центре РИАД состоялось мероприятие, посвященное использованию новых технологий в работе журналистов и блогеров, освещающих национальную тематику. Организатором выступила гильдия межэтнической журналистики. Участие во встрече приняли руководитель межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге, координатор и куратор гильдии по Южному федеральному округу Динара Булатова, а также начальник пресс-центра РИАД Светлана Юричева. Основными гостями стали журналисты и блогеры Волгограда. По словам организаторов, сегодня, в эпоху стремительного развития новых медиа, журналисты, освещающие этническую тематику, как никогда нуждаются в новых инструментах и подходах к работе. Рада приветствовать, кто с нами онлайн на связи, и тех, кто сейчас в зале. Суть того, что мы делаем, мы заметили в последнее время, что в нашем обществе наметился некоторый разрыв. То есть, с одной стороны, у национальных активистов есть потребность своего присутствия в медийном пространстве и рассказа о том, что они делают. А делают они действительно много. Но, с другой стороны, они не могут артикулировать это так, чтобы это было интересно. С одной стороны, в новых медиа и даже очень часто в традиционных медиа. И вот этот разрыв, он достаточно опасен для нашего общества, потому что вроде бы одни делают, другие освещают, но все друг другом недовольны. В ходе обсуждения спикеры поделились своим опытом использования социальных сетей, мессенджеров и других онлайн-платформ для продвижения межкультурного диалога и распространения информации о традициях и культуре разных народов России. Секретом успеха гильдии является предоставление аудитории максимально ценной информации в краткой и увлекательной форме. Мы сразу перешли к рецепту, мы прошли все, что там до этого было. Давать максимум ценности за единицу времени, удивлять, развлекать, вызывать эмоции, да? Видеть вот какие-то хорошие вещи, уметь их замечать, обучать себя этому, да? Говорить лаконично и ярко, лучше показывать, чем рассказывать. В завершении встречи спикер ответила на все интересующие гостей вопросы и поделилась полезными и ценными советами. Участники круглого стола отметили, что мероприятие прошло интересно и познавательно. Каждый гость узнал и отметил для себя что-то новое. Здесь я услышала, во-первых, опыт других, да, блогеров известных наших, волгоградских, да, и не только волгоградских. Вот, я получила ценные советы, как я могу вот тоже что-то продвинуть, да, какую-то свою идею, вот. И поэтому это полезно, это интересно, и это новые знания и новые впечатления. Большое спасибо организаторам, кто все это сделал. Алина Гребенникова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1».